Всем привет! Купил новинку в красном и белом. Коньяк Saint Claus. Very special. Виси это получается. Чё? А, апеллишн, коньяк контроля. Продукт Франции. 1000... Сколько он? 1700 стоит. Ну, как бы для коньяка. Ну, это 5 лет получается. Выдержки. Да. Как говорится, жопа с ручкой. Ну, как бы хорошо, что не прыгает. Такая бутылочка. Регион коньяк, Франция, урожай, 18 год. Коньячные дистилляты, вода исправлена, краситель сахарный, колер. Угу. Коньячных дистиллятов 3 года. Но это 3 года минимальный. Получается от 3 до 5, грубо говоря. Сейчас откроем, не откроем. Что-то у меня... Смутные сомнения. Ну, пробка вроде шикарненькая такая. Так, дата изготовления 13 апреля. Так. Да, отдают коньяком, конечно. Всегда, блин, или резко наливать надо, или что? Так, ну, по виду такой светленький цвет коньяка. Да, такой прям резкий, мощный запах. Непонятно, чем пахнет. Да, а чем это может пахнуть? Ноги, в принципе, видно, симпатичные. Подышать надо, немного поболтать. Ну, мягкий, да. Прям не супер мега такой ароматный, но прям мягкость его хорошая. Спиртозности нет. В принципе, да, неплохой коньяк. Вот именно что неплохой. Но 1700
Можно взять две десятилетки, и они будут точно, как сказать, поприкольнее. А так, ну, да, пить можно, но 1700 за бутылку. Да, ну типа коньяк из провинции коньяк. Провинция или регион? Регион коньяк. А. Ординарный трехлетний. А из какого винограда? А, униблан, точно. В принципе, это вообще так неплохо, но ничего такого прям. В принципе, можно не покупать его. Но я его взял, так как это самое дешевое, что из региона коньяк. Так что ставьте лайки, подписывайтесь. Злоупотребление алкоголем вредит вашему здоровью. Ну, в принципе, пить его можно, но он прям, да, не супер-мега ароматный. Неплохо. На троечку, ну, 3 года. Вот ему 3 года. Самый такой минимальный. Мне кажется, 10-летний, наверное, стоит. Под десяточку. Нифига делать. Ну, в России же любят нас цены фигачить. Блин, приближение плохо работает. Ладно. Всем пока. Неплохо. Взял? Взял. А вот что будет в следующем выпуске. Бренди Торрес, 15 лет. 0,7 бутылка резерва Привада. Черная такая вот коробка. Шикардосная. Год урожая указан на бутылке. Но минимальный там получается 15 лет. Испания. Бренди. Ну, потому что из Испании. Вот так будут писать бренди, а не коньяк. А где? Вот ничего не видно. Как это там наводится резкость? Вот. Да, сразу, блин, без света-то, да. Вот такую красоту будем пробовать. Ставьте лайки. До новых встреч.